Центральном парке культуры и отдыха состоялся фестиваль многодетных «Семья. Лето. Парк». В нем приняли участие 12 многодетных семей нашего округа. Участники состязались в конкурсах на смекалку, знание музыки и песен из мультфильмов, а также в спортивных турнирах. Победителями в соревнованиях стала многодетная семья Саморуковых. Им достался большой чайный сервиз. Так, а родители хлопают твоим ушатам, которые грызут сырные дырочки? 13 квестовых площадок, игровая программа, мастер-класс и, конечно же, концерт. Фестиваль порадовал всех участников. Организатором праздника выступила дирекция парков при поддержке и содействии Монинского дома офицеров. Анна Наприенко, Щелковское телевидение.